Девушки в России. Вы удивительный создатель. Говорят, вы коне, но с какой остановите и в горячую избу войдет. Не знаю, какие у вас претензии к коню. Ты кто такой? И что вы забыли в горячей избе? Но, как говорят у нас, респект. Если тренер узнает о травме Тани, ее не выпустят на бой. Значит, вы хотите, чтобы я притворялась Таней? Страховая, я сказала. Значит, я на пробежку пойду в твоих побуденах. Ничего себе, у вас тёлки в зале тренируются. Эй, смотри, ты что за красавица! Если она в жизни такая, в Инстаграме она вообще мудрая! Вы что тут устроили, а? Но я... Молчать! Говори! Мы хотели... Молчать! Шоу! Что пишете тексты? Мне нужно интервью. Ну, я встретился с ней вчера, взял. Молодец, что взял. Продолжай брать тоже. У вас не это? Пройди ко мне. Вокруг шоу, пусть не пишут. Мы ж теперь типа эти преступники. А может купола набить? Не хочу! Будьте. Ты первая девушка, с которой я знакомлюсь со своей бабушкой. Чемпион мира! Текст, это отрыжка. Сегодня в Санкт-Петербурге первая встреча глаз. Топитесь, вас всех уволят! Чемпион мира!